Непосредственная обязанность медицинского персонала – выполнение своих должностных обязанностей, заботливое, доброжелательное и внимательное отношение к пациентам. Все остальное берет на себя Министерство здравоохранения и социального развития. Это и помощь в достойной организации труда и повышение уровня квалификации тех работников, у которых есть четкое стремление к развитию. Им будет оказываться всесторонняя поддержка, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения и социального развития Суслан Наниев. Те сотрудники, у которых есть четкое стремление к развитию и четкое понимание того, в какую сторону они хотят развиваться, Министерство здравоохранения будет только поддерживать это. То есть мы максимально настроены удовлетворять запрос наших специалистов. Труд медицинских работников бесценен, а заработная плата на сегодняшний день умеренная, отметил министр. Но есть четкое понимание того, каким образом должен быть организован труд медика и оплата за этот труд. Мы будем приближаться к отчетливому пониманию сотрудниками того, сколько они смогут заработать, исходя из своей эффективности. И это напрямую будет влиять на заработную плату лечащего врача, отметил Суслан Наниев. Мы будем контролировать вот этот лечебный процесс в смысле эффективности. И это будет напрямую влиять на заработную плату. То есть мы будем мотивировать наших врачей для того, чтобы они были направлены, нацелены на получение положительного результата своего лечения. То есть не процесс ради процесса, а врач будет заинтересован в том, чтобы пациента вылечить, и вот этот его успех не пройдет мимо здравоохранения, и исходя из этого он будет получать какую-то заработную плату. То есть а для этого ему нужны будут качественные препараты, именно те, которые будут эффективными. Министр здравоохранения сообщил журналистам, что уже сформированы списки медицинского персонала и волонтеров, которые работали в красной зоне, и они будут представлены государственным наградам. Было также отмечено, что закупки на лекарственные препараты будут формироваться на основе заявок лечащих врачей. Как сообщил во время пресс-конференции замминистра здравоохранения Александр Приходько, Минздрав Республики начал переговоры с российской стороной о взаимном признании врачебного профессионального медицинского стажа. На пресс-конференции было также отмечено, что глава врачи будут назначаться на конкурсной основе, он будет доступным и прозрачным. На конкурс допустят всех желающих, независимо от компетенций, чтобы уже изначально не ставить их в неравные условия, сообщил министр здравоохранения и социального развития. Дальше задача Министерства здравоохранения сначала выявить наиболее способного к этому роду деятельности. Дальше мы дадим возможность обучения, это будет, наверное, высшая школа экономики или высшая школа менеджмента в сфере здравоохранения, там краткосрочные курсы, двухмесячные. Задача этого претендента, дальше вот этого одного вот главного врача, которого мы выбрали, вот, который доступный, честный, прозрачный конкурс. Мы дадим возможность обучиться. За время обучения он должен будет составить проект развития данной конкретной больницы в имеющихся ресурсах, проект развития больницы. Дальше он возвращается, второй этап он получает образование, третий этап мы даем возможность реализации этого проекта в должности главного врача. Краткосрочный проект, там около 3 месяцев, он должен будет его реализовать. И третье, мы оценим его эффективность должности главного врача. Если претендент, там, исполняющий обязанности главного врача, реализует этот проект, заявленный им же этот проект и обговоренный вот как раз в этой какой-нибудь учебной организации, высшей школы менеджмента, к примеру, реализует этот проект, мы считаем, что это тот человек, который нам подходит, утверждаем его в должности, и дальше он готовит еще ряд проектов следующих, и для того, чтобы вот больницы получили такое как-то перманентное развитие в рамках имеющихся ресурсов. Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается стабильной. Об этом заявил Суслан Наниев. Замминистра Александр Приходько в дополнение отметил, что лекарства первой необходимости в борьбе с коронавирусом в республику будут завозиться с запасом, чтобы исключить их нехватку. Анжела Кокоева, Алим Бетеев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.